Всем привет! Я очень рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня мы распакуем с вами очередную посылочку с сайта Farfetch. Как вы видите, да, здесь лого Farfetch. Сейчас успеваю немножечко по возможности приобрести из-за границы какие-то вещи, которые очень давно хотела и откладывала. Так как, я думаю, большинство уже знает, что с нового года таможня будет недоступна практически. То есть будем платить пошлины на сумму свыше 200 евро-долларов. Вау, как красиво. Интересно. Бутик Делиберти, видимо. Делиберти. Очень красиво. Надеюсь, вам видно. Очень красиво. Упаковка. Так, и да, это лабутенчики. Очередные от Кристиан Лабутен. И давайте посмотрим, что внутри. Кстати, обратила внимание, в последнее время всегда приходит всего один пыльник. Очень удивляет меня, это на самом деле странная экономия от компаний. Если это так, то ну, удивительно, смысла не вижу экономить. Вроде бы люкс бренд и мог бы себе позволить два пыльника под каждый из пар. Набойки. Ух ты, красные набойки. Первый раз вижу красные набойки. Очень прикольно. И давайте посмотрим, что внутри. Итак, давайте распакуем. Да, это красные ботильоны. Интересно, сделаны на весь ли Farfetch. Ого, каблук, я думала, будет где-то пониже. От бренда Christian Louboutin, размер правильный. Замша, невероятно мягкая замша. Да, у меня уже такие есть черные, тоже Christian Louboutin. Но я так хотела, они в жизни очень красивый цвет, на самом деле красный такой цвет, здесь немножко, а нет, все хорошо. Вау, и красная, как мы видим с вами, набоечка, потрясающая. Очень красиво смотрится, и давайте посмотрим второй. Потрясающе красиво, очень узкие, очень классные. Оп, ну да, вау. Очень красивые. Высота каблука другая и сразу смотрится форма другая. Очень красиво. В жизни они более красные, не такие оранжевые. Я постараюсь обязательно сделать фотографию, цвет как есть. Очень красиво смотрятся. Да, необычные тапки. Очень красиво. Ну что ж, дальше, пожалуйста, приглашаю вас посмотреть ревью на эти туфли, ботильончики. Обязательно примерю их и расскажу о размере. Ожидайте. Всем привет! Я очень рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня я хочу рассказать вам о ботильонах, об этих волшебных красных ботильонах от дизайнера Christian Louboutin. Я очень-очень-очень хотела эти ботильоны приобрести. Очень. Мечтала о них именно в красном цвете. Именно вот эту модель я хотела в красном цвете. На высоком каблучке. Но, к сожалению, нигде их не было. Вот вообще, эти ботильоны были представлены в очень много каких цветах, фактурах, замша, кожа, велюр здесь написано, но это замша, я все-таки думаю. Очень много где были представлены, но именно красных я не могла найти. И вот однажды я сидела в интернет-магазинах, как обычно вечером, смотрела, выбирала, что есть по скидочкам, очень приятным ценам и так далее, так как ну, хотела что-то к Новому году уже приобрести. И бах, эти ботильоны выскакивают. Они прямо появляются в моем 39-м размере. И я думаю, о боже, что делать? Если вы смотрите мой канал, вы знаете, что точно такие же у меня есть в черном кожаном варианте, на более низком каблучке. И я разволновалась. Ну вот куда двое ботильонов одинаковых? Но тут моя модняшная сущность взяла вверх, и я их заказала. И вот я вам рада представить эти ботильоны от дизайнера Christian Louboutin. Trini Boot 100, велюр Uncle Boots. Название обязательно пропишу ниже для вас. Вот такая красота. Данные ботильоны я приобрела в размере 39. Они были только в 39 и сразу 40,5. Я предпочла 39 и размер мне хорошо. Произведены они в Италии,
обязательно вставлю для вас фотографию, чтобы вы могли увидеть, как обычно. Но очень красивые. И выполнены они из замши все-таки. То есть это замша, это не ткань. Итак, эти ботильоны выполнены из замши. А в некоторых местах было написано велюр. Я предполагала, что вдруг они тканевые, но потом порылась, и все-таки я думаю, что это замша. Они из замши. Каблук также обтянут замшей. Внутри они кожаные, как вы видите, стелечка кожаная, язычок изнутри красный кожаный и классическая красная лаковая подошва. Это выглядит очень красиво, красный, красный, красный. Даже липучка сама красная, то есть это очень круто, на мой взгляд, очень красиво. Про липучки я вам рассказывала уже в другом видео. Но очень интересно, очень мне нравится. Смотрятся, вот знаете, абсолютно по-другому. Они не похожи на черные. Вот когда вы одеваете один на правую, один на левую ножку, вы видите, что они разные. Вот каблук, высота каблука очень сильно играет роль. А также цвет и фактура. Данные ботильоны застегиваются на липучку. Здесь три липучки. Работают они очень хорошо, приклеиваются очень хорошо. И можете не бояться, мягкая часть 100% не заденет ваши колготочки либо чулочки, а острая находится на самом ботиночке. Смотрится это, конечно, очень достойно, хотя вроде бы это так просто. И давайте покажу изнутри. Они кожаные, красные. И язычок также кожаный, красный. Это потрясающе классно, мне очень нравится, что они так выполнены. Ну что ж, давайте их замерим традиционно и сориентируемся с размером. Давайте замерим длину стелечки для начала. Попробую аккуратненько пробраться вовнутрь. Так. Так, 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 так. Вот что у меня он уперся, даже не дошел до конца сантиметр. 26 сантиметров. То есть, если мы вычтем где-то сантиметр на носочек, 25. То есть, это для 39 размера, простите. Давайте замерим ширину стельки. Предлагаю замерить сразу здесь. То есть мы видим, сколько мы вычтем. И в самом широком месте. 7,5 сантиметров. То есть я считаю, что они соответствуют 39 размеру. Ну, мне 39,5 на капрон будет шикарно. Нога чуть-чуть прокатывается вперед. Каблук на сайте заявлен 10 сантиметров. Но я думаю, он будет в районе 11, так как, да, видите, 11 и даже еще чуть-чуть. Ну, то есть, чтобы форма, пропорция обуви соблюдалась полностью. Роскошные ботильоны. Представляю, как я их на Новый год одену с красным платьем, когда поеду в гости поздравлять своих близких и друзей. И Деда Морозовской шапочкой. Это будет вау! Очень классно. Итак, давайте посмотрим, что у нас идет в комплекте с данными ботильонами. Это коробка Christian Louboutin. Классическая. Здесь название. Сфокусируемся, я приложу фотографию. Tribute 100 View Velours, Lobby Лабутены и артикул, я думаю, это из самих Лабутенов. Это артикул, скорее всего, был именно на сайте. Давайте сфокусируемся. Да. И что у нас идет внутри с коробочкой? Наклейка шла. Да, я их заказывала через сайт Farfetch. У меня есть доступ к Лабутенам на сайте Farfetch. Это очень приятно. Мимимишный мешочек. И в этом мешочке что у нас? Набойки. Кстати, потрясающе. Набойки красного цвета. Вау, это круто. Попробуйте, оп, найдите где-то еще набойки красного цвета. Это очень-очень мало где вы попадете. Здесь идут в комплекте. Класс. И у нас остается только почему-то один пыльник. Но все-таки, как мне известно, то есть в комплекте идет два, но где-то теряется один по пути. И здесь небольшое количество набивки. Кстати, обращу ваше внимание, ботильоны будут первое время, я думаю, что краситься. Не знаю, видно вам или нет, но на бумаге есть красные небольшие следы. То есть я думаю, что немного они будут окрашивать. Нужно быть аккуратными с вещами, особенно если вы что-то светлое одеваете, чтобы чуть-чуть не подкрасилось от замши в цвет. Ну что ж, я очень рада представить вам эти ботильончики. Обязательно смотрите видео дальше, и вы увидите примерку с юбочкой и с брючками. Наслаждайтесь!